Дорогие, вы меня видите? Только я вот пока еще не настроила, где бы мне поставить телефон, чтобы он стоял и нормально меня показывал. Вот сюда его поставить. О. О. Вот так вот закрыться шторой, чтобы этого не было видно. Ничего, моего бардака. Привет, дорогие. У меня такой ужасный фен в номере, что у меня ужасно волосы высушились, и они дыбом торчат. Но благодаря моей подруге Свете, которая мне помогла раздобыть краску, сейчас вы видите, у меня покрашенные корни, я наконец чувствую себя девушкой, а не какой-то бомжихой из подворотни. Всем привет. Я к вам, наверное, ненадолго, так как мне... Это мой любимый макияж. Наношу еще тени. Вообще, и все. Сегодня я ела рис. Потом буритос. Даже протеин еще пока не пила, но собираюсь выпить. Я никогда не предупреждаю в своем контакте, что у меня будет конференция. Из-за этого практически никто на мои конференции не заходит. Но я никогда не знаю, когда у меня будет конференция, поэтому никогда никого не предупреждаю. Спасибо, дорогие, мне очень приятно, что вам нравится. Это мой любимый макияж. У меня насекомые уже достали. Вы же знаете, да, насекомых? Сволочи, уже в мои сны пробрались, угрожают мне расправой. Я сейчас нахожусь в отеле в Китае. Пока еще я в Китае. Никаких планов у меня на сегодня нет. Хочу побольше выпить кофе, позаниматься в тренажерке. Ой, я это обожаю. Тренажерка – это все. Рацион у меня обычный, самый обыкновенный. Я много лет уже вегетарианка. Ну и, конечно, не ем жирное, не ем сладкое. Стараюсь, во всяком случае. О, так, что там дальше? Сколько у меня времени? Я даже не знаю. Наверное, часов 8 вечера, скорее всего. Нога нормально. Она у меня до сих пор вот перебинтована в специальном, как это называется, эластичном бинте. Вечера. И прекрасного настроения. Волосы роскошные. Спасибо, правда... Как встретить свою любовь? Я думаю, вы не должны ее искать. Она вас сама найдет, когда будет нужное время. Да, я мало ем. Много я не ем. Да, я вообще не люблю особо есть. Вот. Чем занимаюсь? Ну, я сейчас общалась с заказчиками. Сидели, ужинали. Вот. И сейчас собираюсь идти в тренажерку. А вы чем занимаетесь? Что собираетесь делать? Какие практики делаете ежедневно помимо медитации? Я делаю очистительные практики, практики на наполнение энергией. Также я, конечно же, очищаю пространство вокруг себя и делаю защиту. Я очень люблю скандинавскую культуру, мифологию. Я в восторге от эльфов, от викингов, от всего такого прочего. Но я думаю, по моему виду заметно. Я сама в полном восторге уже очень много лет от этого всего. Ощущаю себя в прямом смысле наследницей этой прекрасной культуры. К тому же я северянка. Моя семья все родом из Сибири. Поэтому я такая белокожая. И поэтому у меня такая внешность. Мне очень нравятся руны, правда, я не очень ими владею, а вот мой папа умеет гадать на рунах. У него есть даже свои руны, которые он сам сделал из дерева, и он их носит в мешочки и гадает на них. У меня вся семья родом с севера. Спасибо большое, мне очень приятно такие читать комментарии. Многим не нравится такой макияж, а я наоборот люблю. Я не люблю обычную внешность ненакрашенных девушек. Я люблю яркий макияж. Влог будет только когда я приеду в Мексику. Здесь, к сожалению, еще
Увы, не работает YouTube. Книга выйдет пока не знаю когда, я ее давным-давно уже отдала в редакцию, а они еще даже мне ничего не ответили, но прошлую книгу они очень долго делали, поэтому я не надеюсь еще, что они сделают это все быстро. Спасибо насчет макияжа, мне очень приятно, что вам нравится. Ой, спасибо вам за пожелания по поводу счастья. Надеюсь, все будет хорошо у меня. Я хочу, главное, сейчас пока что вернуться в Мексику, и тогда точно все будет хорошо. А вот пока я не вернулась туда, то мне немного грустно, потому что я везде ощущаю себя очень одиноко. Вот в Мексике мне хорошо. Там я чувствую себя дома. По поводу глав книги, то, в принципе, думаю, можно скинуть. Думаю, меня за это не убьет издательство. Так что я подумаю, что вам скинуть. Возвращаюсь я где-то, ну, 8-го, максимум 9-го числа. Но пока я долечу, это будет уже 10-е число. Поэтому, я не знаю, 10-го, 11-го я выложу влог. Потому что не сразу же я приеду, буду его грузить. Мне надо будет там разложить все вещи, найти сначала жилье, там, в общем, куча дел будет. Спасибо, дорогие, мне очень приятно, что вам нравится мой макияж. Так, штора, не заграждай меня. Привет. По уходу за волосами, то я просто мою шампунем, наношу побольше бальзама, держу подольше, и все. Потом масла и феном высушиваю. Я их не выпрямляю, я их высушиваю феном. Бегемотик мой живет у моей мамы, все нормально. Чемодан один вернули, второй до сих пор едет. Сегодня обещают вернуть. Сколько килограмм я приседаю? Я с гантей, ой, с штангой не замеряла, поскольку я это делаю с тренером, и как-то не узнавала. У меня вообще нет просто желания, как вам сказать, наращивать попу. Я не фанат африканских поп. У меня есть желание просто, чтобы она была всегда в тонусе, чтобы там не было жира. Но я не хочу увеличивать ее в размере, поэтому я не гонюсь, за большим весом. Я делаю с маленьким весом. Например, гантели у меня по 12,5 килограмм в каждую руку. 24, 20, по 12, там сколько это будет, 30 килограмм с чем-то. Нормально для меня, как раз самое то. Мой цвет волос, пепельный блонд называется. Так, живет у меня сущность рептилоида. Ну, что вам я могу сказать? Когда практиковала генную инженерию в Атлантиде, я участвовала в одном эксперименте, где также при помощи экспериментов, грубо говоря, это не было, как знаете, в человеческом аспекте скрещивания путем там каких-то там физических элементов. Это все было на уровне лабораторных экспериментов. Да, во мне подселяли сущность рептилоида. Помимо плейдианской сущности была сущность рептилоида, и я не жалею об этом. Как часто я занимаюсь медитацией? Я занимаюсь каждый день. Да, я вижу, что что-то виснет. Конечно, это печально. Нельзя нормально пообщаться. Протеин я пью соевый. Да, я очень люблю соевый протеин. Просто обожаю. Что это за ужастик, в котором вы снимаетесь? Этот ужастик называется The Doll. Про куклу, которую создал один сумасшедший ученый. Потом поселил в нее дух инопланетянина, который убивал людей, подверженных порокам. Как понять свои таланты? Я думаю, надо просто развиваться. И в таком случае вы найдете рано или поздно то, что вас вдохновляет. Просто нужно постоянно что-то пробовать, не стоять на месте. Как похудеть, то я думаю, как похудеть, это самое главное, начать меньше есть. Перестать есть жирное, перестать есть сладкое во второй половине дня, перестать есть углеводы. И вы похудеете, это 100%. После 6 еще очень важно не есть. Вообще ни кусочка. После 6 просто закрывать свой рот на замок и ничего не есть. Можете пить, но не есть. Сколько времени я делаю такой макияж? Ну, наверное, минут 15-20, где-то так. Спасибо, дорогие, очень приятно, что вам нравится мой макияж. Все, ко мне пришли, дорогие, пока. Удачи.